Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. И прямо сейчас пришло время для главных событий в шоу-бизнесе. News Time. Вячеслав Питкун прокомментировал информацию о своем избиении. Ранее пресса сообщала о нападении неизвестных на лидера группы «Танцы минус» в Санкт-Петербурге. Музыкант выложил видео, где опроверг эту новость и сообщил, что в данный момент отдыхает в Исландии. News Time. Платье для свежего клипа Бьорк создавали 870 часов. Создателем платья звезды для нового клипа The Gate стал креативный директор модного дома Gucci. Пошив наряда Бьорк занял 550 часов, а прикрепление украшений еще 320 часов. News Time. Ну а мы продолжаем новости шоу-бизнеса. Прямо сейчас рубрика «Сюжет дня». News Time. И чтобы не случилось. Юля Беретта выпустила новый клип «Дочь моего отца». Съемки проходили в роскошном номере отеля на 20 этаже с потрясающим видом на Москву. Конючки, как будто мы на самолете летим. В ролике также принял участие сын певицы. Рождение ребенка, по словам звезды, изменило ее жизнь. Это самая главная реализация женщины. Конечно, работа, это все хорошо, это все прекрасно, но природа знает лучше. Вот и работа «Дочь моего отца» является для Юлии Беретты личной и полностью соответствует ее характеру. Тут есть я в качестве мамы, в качестве артиста и в качестве женщины. Оценить многогранность красотки можно в свежем видео «Дочь моего отца». Все стороны, наверное, какие есть у девушки, все отображается здесь. News Time. На сегодня все. Не пропустите завтра свежий выпуск News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. До скорого. News Time.